Всем привет! Будем делать распаковочку бэби-бокса снова. Спустя 2 года. Нам его выдали 28.09.2020. Сразу через часик после того, как перевели в палату. Бэби-бокс в этот раз намного лучше. Давай, Донечка, положим коробочку сюда. Смотрите, такое вот одеялко у нас. В прошлый раз у нас тоже была одеялка шикарная. В этот раз для него еще здесь вот есть пододеяльничек. Да, Донечка, да. Вот такой пододеяльничек. Полечка, отойди. Да, да, я тебе дам. Такое вот полотенечко. Значит. Да, да, Донечка, полотенечко. Вот такой вот пледик классный. Мягенький, нежненький. И тепленький. Да, да. Вот, ребенка заинтересовала тю-тю. Это градусничек, Донечка, держи. Так, значит, добавили такие вот ушные палочки. Ушные палочки. Красивые носочки у нас в прошлый раз были. Желтенькие ножнички, градусничек. И 2 крема. Вот такие. Так. Да, Донечка, да. Давай-то уберем. Так, в этот раз, да. Игрушечки, погремушечки. И здесь намного больше. У нас только одна была в прошлый раз. Паровозик. А здесь вот такие вот разные с книжечкой. Так. Так. Вот здесь вот есть такой вот у нас... комбинезончик. Полечка, подожди. Комбинезончик вот такой вот. Очень классно. Я его доставала, смотрела. Сейчас уже доставать не буду, чтобы быстрее немножко сделать обзор. Подожди, Полечка. Здесь положили расчесочку, шампунь, мыло, Так, что это у нас? Ага. Мыло, шампунь, расчески. В общем, такое. Положили одежду. Одежда шикарная. Разноцветная. Бодики. Шапочек немного, конечно, но бодики классного качества. Все нежное, мягенькое, чистенькое, новенькое. Добавили коврик развивающий. Тоже не буду распаковывать его. Пускай лежит, нам еще рано. Значит, дуги. Для пеленального столика матрасик. Классные пеленочки. Одну мы такую уже взяли. Вот такая еще. И непромокашечка пеленочка. Или как правильно ее сказать. Так, это наши. Тут лежат для мамы. Добавили прокладки. Такие контакт, 2 пачки. Хаггисы. Салфеточки, прокладочки послеродовые и 4 пачки Elite Soft памперсы. Я ими очень довольна. То есть, по мне, так шикарная коробочка в этот раз. Но такая новость, уже будут переставать выдавать бэби-боксы, отдают последние и будут начислять денежку в сумме 5000, но там очень будет сложно. Мама. Вся эта процедура. То есть лучше бы давали бэби-боксы. Всем спасибо за внимание. Такой коротенький обзорчик. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!